Традиційно в цей час ми вітаємо вас, шановні наші глядачі, а сьогодні вітаємо двічі. Перший раз, тому що ми вітаємося з вами з Вікою, як традиційно це робимо, а другий раз, тому що сьогодні прекрасне свято, яке святкує вся наша країна, 28 червня в Україні, державне свято, День Конституції. Я думаю, всі особливо раді, тому що ми маємо ще 4 вихідні завдяки цьому святі, які ми можемо гарно провести, тим паче, що пора саме літня, чудово, можна виїхати десь на природу або ж відвідати якесь цікаве місце. Ну, але все-таки потрібно, щоб люди пам'ятали, що ці вихідні не просто вихідні, а що все-таки це державне завдяки свято. Завдяки чому? Так, державне свято, про яке потрібно пам'ятати, що ми до нього дуже довго йшли, це потрібна річ, у кожної країни була своя конституція. І ще краще, якщо б вона була така, яка б вона була на користь людей, а не зрозуміло для чого. Я б сказала Володю, що не тільки вона має бути на користь людей, а вона ще повинна бути не лише написана, а й виконуватися. Тому що дуже багатьох державах гарно складені конституції, за ними просто прекрасно повинно житися людям, але в силу певних причин не особливо виконуються певні закони і знаходяться такі, в принципі, проміжки, куди можна виїхати і уникнути відповідальності. От такого в нас не повинно бути. Але якщо повертатися взагалі до моменту історичного, то 8 червня 1995 року між гілками влади був підписаний конституційний договір, на підставі якого мала бути розроблена взагалі конституція. У 1996 році була створена спеціальна навіть парламентська комісія під керівництвом депутата Михайла Сироти. А 27 червня почався розгляд запропонованого документа у Верховній Раді. Так, і саме цього дня, 96-му році, на ранковому засіданні Верховна Рада України прийняла новий основний закон країни, першу конституцію незалежної української держави. І ось так трішки коротко з історії, що спроби прийняти Конституцію України робилися з перших років проголошення незалежності. У 92-93 роках під керівництвом президента Леоніда Кравчука був напрацьований перший проект основного закону. Проте він так і не був прийнятий, а 2-8 червня 95-го року між гілками влади був підписаний конституційний договір, договір, на підставі якого мала бути розроблена Конституція. І в 96-му році була створена спеціальна парламентська комісія, як уже сказала Віка, і саме тоді і відбулося те, чого ми так довго чекали. Так, і взагалі саме вважається, що прийняття Конституції, воно закріпило правові основи незалежної України, утвердило її становище, її суверенітет і територіальну цілісність, стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету, звісно ж, нашої країни на світовій арені. Відповідно до Конституції, день прийняття основного закону, 28 червня, є державним святом. День Конституції України. Так, тому ми ще раз вітаємо вас з цим прекрасним днем. Ну і відносно Конституції хочу сказати про те, щоб ми, звичайні люди, пам'ятали, що у нас є якісь права, а люди, які там керують нами, пам'ятали, що у них є і обов'язки. Все це згідно Конституції. Тому давайте звертати увагу все-таки на цю потрібну дуже книгу в нашому житті. Нехай вона буде однією з тих книг, які обов'язково потрібно за життя прочитати і знати, що там написано, для того, щоб вам в деяких ситуаціях в житті було легше справитись з тими чи іншими якимись проблемами, тому що дійсно іноді знання законів вас рятує, а не знання законів, як говориться, воно не знімає з вас відповідальність. Але все це знову-таки трішки в сторону, а вас всіх зі святом, гарних вам, просто гарнющих таких вихідних, щоб ви насолодилися сонцем, погодою і сказали, добре, що в нас є Конституція, і що є свято, і вихідні. Отак. Так. А ми пропонуємо вам заглянути трішки ж в інші країни, як там живуть із їхніми законами. Євросоюз. Останнім часом ця тема не сходить із вуст українців. Хтось боїться його наче вогню, а хтось чекає на нього наче манни небесної. Але ніхто не знає, чи правда так там страшно або так класно, як малюють.
Отож, ми хочемо розібратися у цьому, дослідивши шлях до ЄС тих країн, які ще не так давно перебували у так званому радянському соцтаборі. Вони обирають депутатів віртуально. 2 роки тому я був в Австралії і зміг під час подорожі проголосувати. Платять податки через інтернет. Я розумію, що зараз це звучить як якась фантастика. Використовують електронний підпис. Наша країна видала уже понад 200 мільйонів цифрових підписів. Користуються єдиною карткою замість купи документів. К тому времени, когда мы вступали в ЕС, у нас несколько лет уже были на руках ID-карточки. Ви і досі думаєте, що естонці повільні? Забудьте. Весь цей час ви помилялися. Я думаю, що це хороший примір для подражання і нашій країні. Эстония небольшая страна, но она добилась больших успехов на пути в Европу. 20 лет назад она решила не метаться между Востоком и Западом и твердо стала на путь европейского развития. За 20 із гаком років незалежності Естонія перегнала за рівнем технологічності всі. Так-так, це не помилка. Всі країни колишнього соцтабору. І навіть більше. Чимало держав Євросоюзу переймають естонські здобутки у галузі IT. Не є винятком і Америка, яка свого часу придбала в естонців нині популярну в усьому світі програму відеоспілкування Skype. Як маленька країна із населенням менше 1,5 мільйона досягла такого рівня розвитку? У 90-х роках минулого століття ми чітко визначилися. Працюємо за європейською моделлю розвитку. Тобто, якомога більше людей має бути задіяно саме у приватному секторі, щоб вони могли заробляти гроші. А частку державного сектору, навпаки, слід зменшити. Ось так і з'явилася ідея електронного уряду. Електронний уряд – дуже проста штука. Це такий собі сайт, на якому зібрані всі урядові дані. Законодавча база, інформація про культуру, соціальну допомогу, освіту, дані кожного громадянина Естонії. Коротше кажучи, це і є Естонія. Тільки онлайн. Естонці звели до мінімуму стрес від візитів до податкової. Всі податки вони уже давно сплачують, не виходячи з дому. Та й взагалі, всю паперову писанину майже повністю замінила електронна. Якщо взяти папір, який ми завдяки цьому економимо щомісяця, і скласти його в один стопчик, то він би був заввишки за Ейфелеву вежу. А ми лише невеличка країна. Уявіть собі, яка економія паперу може бути у великих державах. В електронному вигляді зберігаються навіть історії хвороби. От в Естонії є просто черга, яка відображається електронним образом. Тобто, во-первых, вся моя база даних моїх болезнях, она выложена в медицинском, соответственно, в этой медицинской базе. И посмотреть ее могут только врачи. Ну, то есть я не волнуюсь за утечку моей информации, например. Працює це так. У кожного громадянина Естонії є спеціальна ID-картка із чіпом. Це і посвідчення особи, і водійські права, і медична карта. Словом, вся важлива інформація зашита в одному пластику. Це те ж саме, що називається біометричним паспортом? Практично це одне і те ж саме. До речі, всіх своїх громадян уряд Естонії попереджає – електронні рухи відслідковуються. Самі ж естонці жартують із цього приводу, мовляв, великий брат стежить за ними. Давеча одного уволили со скандалом большим, потому что вот он лазил в какие-то другие, он проверял данные на свою бывшую жену, на ее мужа, то есть практически пользовался своим служебным положением. Его уволили. Я считаю, что это правильно.
І найцікавіше, що такого шаленого технологічного розвитку невеличка Естонія досягла самотужки. Євросоюз тоді їм тільки снився. В том-то вся и суть была, что вот это вот развитие, может быть, которое, ну, шло на ход вперед, чем от Европы, да, то есть, грубо говоря, ну, вам надо заинтересовать Европу, если вы туда хотите. Чем вы интересны им, в первую очередь, подумать. А от до чого Євросоюз справді доклав руку, а точніше гроші, так це до транспортної інфраструктури країни. Якщо ви поїдете на наш Балтійський вокзал і просто подивитесь, які там поїзди стоять, ну ви все зрозумієте. Історія з железною дорогою в Естонії не зовсім проста. Спочатку її приватизували, а потім вернули государству. В 2012-2013 году Евросоюз дал средства, на которые фирма Эльрон закупила 18 вот таких электропоездов. И они же взяли на себя все электросообщение между городами. Раньше я, собственно, не пользовался, потому что раньше были более, ну, старые поезда, это было неудобно. У нас очень развита автобусная линия, поэтому сейчас появились новые поезда, и гораздо удобнее стало на них ездить. Смотрите вокруг, они довольно просторные. Может быть, мне кажется, они стали ходить быстрее. Ну, путешествие из Таллина в Тарту занимает 2 часа, если ехать таким себе эстонским Hyundai. Конечно, не Hyundai, но поезд гораздо лучше, гораздо более высокого качества. Едет приблизительно 120 км в час, но ощущение такое, что он едет очень спокойно и тихо. Квитки на потяги можна придбати онлайн. Утім, нас, українців, цим уже не здивуєш. Интересно, что в этих поездах можно путешествовать с велосипедами, за велосипед платить не нужно. Від 2007 до 2013 року нашим основним завданням була реновація, тобто відновлення загальної інфраструктури. Авто і залізничних шляхів, водопостачання, наукової та освітньої сфери. Наразі цей процес уже практично завершений. Окрема гордість естонців – електромобілі. Естонцы убеждают, что у них одна из самых разветвленных заправок для электромобилей в Европе, что у них вообще в стране только на 5 автомобилей меньше, чем в Соединенных Штатах. И на одном таком электромобиле нам пришлось проехать. Сьогодні по Естонії їздить близько 700 електрокарів. Зарядити таке авто коштує 5 євро. Однієї зарядки вистачить приблизно на 30 хвилин, в залежності від марки машини. Віртуальний уряд, електронні документи, електричні автомобілі – просто якась країна-кіборг. Утім, чимало естонців і досі мешкають у звичайних панельках та цегляних будинках, побудованих ще у минулому столітті. І щоб їх не зносити, винахідливі естонці проводять реновацію. Услышал замечательное слово «реновация». Ну, в Естонии все о нем говорят, все русскоязычные знают это слово «реновация». Одна из наших собеседниц перевела его как «капитальный ремонт». Мне кажется, скорее не «капитальный ремонт», а это когда чему-то старому, например, хрущевке, придают совершенно новый вид, делая из него, ну, довольно современный дом. Просто реновации стало жить лучше, в смысле теплее. Хрущевки здесь не сносят, хрущевки здесь живут. В каждой хрущевке есть свой совет, есть свой председатель кооператива. Все эти люди могут собраться и взять кредит у государства. За счет денег ЕС они могут взять деньги на полную реконструкцию дома. Наразі ми виділяємо 100 мільйонів євро на реновацію багатоповерхових будинків. А ще запланували близько 80 мільйонів євро на 7 років для модернізації систем опалення. Ці кошти використовують для переведення бойлерів із газу на біопаливо і для ремонту тепломереж, аби зменшити втрати тепла.
Естонці дуже прагнули у Євросоюз. Терпіли болючі реформи, переживали безробіття, розпрощалися з улюбленою кроною заради євро. Та чи принесло це довгоочікуване щастя простим естонцям? Чи зросли їхні пенсії та зарплати? Чи зменшилися ціни? Чи зникло безробіття? Ми запитаємо про це у простих естонців. Але вже у наступній програмі. Далі буде. О, жертва приношения стиха, меня ты поглощаешь всю до капли. Я без тебя прожить едва смогла бы, так грешница не может без греха. Клемишь ты сердце, душу обжигая, ты вынимаешь, словно на распятие, а в трепетном и снежно-белом платье она обнажена, она нагая. О, таинство рождений, рифм и строк, и ритм, и пульс, венчание от вселенной души, стремящейся из жизни бренной взлететь в иной, особенный чертог. Людина, яка хвилюється, людина, яка пише, людина, яка організовує і проводить різноманітні заходи, людина творча, людина як особистість, людина, яку багато хто знає, а для інших представляємо. Аня Шаповалова. Анечка, прекрасно, з приводу віршів, але ми зробимо, знаєш, як бувають детективи, там показують спочатку, як вбили, а потім йде розслідування. Так ми вірш прочитали, заанонсували і поки що забули за те, що ти поетеса. Ми про це повернемося пізніше, а поки що давай для тих, хтось так вперше побачив, каже, ух ти, класна дівчинка, ух ти, класні вірші. А хто ж це така? Давай ми зараз будемо розкривати таємниці для наших глядачів, хто така Аня Шаповалова. Ну, зазвичай, коли так запитуєш людей, вони кажуть, ну там я народився, там ще щось там. Давай не про це, давай про те, що кожна дівчина з самого дитинства про щось мріє. У кожну, взагалі в кожну людину, мені здається, є мрія. Ну, в дівчинки особливо. Ким ти там в дитинстві мріяла бути? Там, стюардесою, там, просто принцесою, ще щось. Які взагалі дитячі були ось такі мрії? У мене неожиданні мечти для дівчинки. Я очень любила лошадей с самого маленького возраста. Вот. И вместо того, чтобы играть в куколки, я играла в лошадки. У меня их было много. Все папины друзья с удовольствием мне их дарили. Вот. Они были очень красивые, они были похожи на таких настоящих лошадей. Маленькие копии, ну как статуэточки. Угу. Вот. И даже возили меня кататься на лошадках. Я была маленькая, вот мне это очень нравилось. Я не знаю, как это должно было оформиться в какую-то мечту, как это должно было ну, в дальнейшей жизни быть. Навряд ли, чтобы ты стала каким-то ведомым коневодом. Там. Вот, но эта любовь осталась, вот она просто есть. Ну, я тобі хочу сказати, що, наприклад, мені в дитинстві теж дуже подобалось. Я навіть описував якийсь там журнал «Канєводство». Я там відрізняв породи, там оці тяжеловози, там ще хтось. У мене вся кімната була обклеєна вирізками з цих журналів. І от мені чомусь здавалося, що це якраз така тварина, яка дуже повчає людину бути доброю. Оскільки ми знаємо там фільмів, ще щось, як там коні там рятують людей, як вони там є вірними друзями, якихось там кавалеристів. І от як на твою думку, от така любов до такої прекрасної тварини, вона внесла якось щось в твоє виховання, взагалі в твоє формування як людини? Я думаю, однозначно, у мене навіть був перший рисунок, який я нарисувала в 4 роки, це була лошадь. Вот, меня папа учил рисовать, и, ну, он, поскольку вот, он видел, что мне это нравится, он нарисовал мне этот рисунок, вот, и потом таким образом я научилась рисовать. Вот, это было в 4 года, этот рисунок где-то лежит у моей мамы наверняка. Ну а потом я очень долго занималась рисованием, благодаря тому, что ну, как-то родители это разглядели и отдали меня учиться, наверное, еще там в маленьком возрасте, еще когда я ходила в детский садик. Вот, и лет 8 я занималась рисованием, ходила в студию. Як, наскільки ти відчувала, що це тобі подобається, що це твоє, що у тебе щось виходить, тому що ну, людина буває щось робить і думає, та не знаю, чи так, чи не я так. Я точно знала, що мені це подобається, мені це приносило хорошие эмоции. Вот. Я могла часами рисовать красками.
карандашом, как угодно. Это было на уроках рисования, когда, если я приносила рисунки, нарисованные дома, то сначала мне не верили, что это вот я нарисовала. Потом уже, когда это было в классе, происходило у всех на глазах, то, в общем, ну, было уже понятно. Да, было уже понятно. Окрім коней, які улюблені теми були для малювання? Хтось полюбляє пейзажі, хтось портрети, хтось натюрморти. Очень много рисунків були на різні теми. Даже не було какой-то такой определенной. І, ну, к тому времени лошадей я уже не рисувала. Это то, с чего все начиналось. Любов залишилася до коней, так, а малювання вже перейшло в іншу. Да, рисування — это рисування. Мне нравилось рисовать пейзажи, портреты как-то я не очень любила рисовать. Ну, потом как-то это все тоже в определенный момент как-то меньше и меньше я стала рисовать, потом это перешло в какую-то другую, наверное, уже. На сегодня ты уже не художница. Ну, нельзя сказать, что там человек поэт или человек художник. Если это творческий человек, то он занимается творчеством в разных таких ипостасях, и это ну, то, что нравится. Перепробовать все треба, так? Не то чтобы все попробовать, а, наверное, мне нравится заниматься то, чем я люблю. Вот, и, ну, если это написание стихотворений, это написание стихотворений. Если это написание текстов, написание текстов. Если это работа с людьми, вот, это тоже мне очень нравится. Если это работа на сцене, то это работа на сцене. Ну, вот это такие, да, это такие мои какие-то стороны, то, что мне присуще, то, что я люблю, то, что я чувствую, что меня вдохновляет, и то, чем мне хотелось бы заниматься. Що, окрім малювання? Ну, от я теж трішки творча людина, я за дитинство переходив по всім гурткам, які тільки могли бути. По всім спортивним, не спортивним, хоча взагалі якби ніколи себе не вважав спортивною людиною, але мені було цікаво спробувати. Я був і там, і там, і там, на всіх. Що ти, окрім малювання, ще за дитинство встигла пройти? Які гуртки, студії? Ні, це була єдинственна така студія, куди я ходила дуже серйозно. Вот, и там уделялось много времени, вот это рисование. Был какой-то момент, когда я занималась спортом, вот, ну, как-то... Не пішло. Он там и остался, да, я не человек спорта, это однозначно, вот, это я могу сказать точно. Ну, хотя мне нравилось, да, это было там, наверное, лет 13, и я помню, что такие результаты были очень хорошие. Там, не знаю, там 100-метровку или там какие-то вот эти нормативы, то есть там за полгода у меня это все получалось очень хорошо. Но я не считаю это какими-то достижениями, и, ну, я не считаю, что это как-то на меня подействовало, и что вот этим я дальше должна... Ну, принаймні, я думаю, что шкоди не завдало, потому что спорт для здоровья, говорят, что дуже корисний. Говорять, я теж так кажу, як людина, яка не дуже займається спортом, але ж говорю, що теж перепробував, тому що просто було цікаво, як чогось досягнути. Я думаю, що для кожної творчої людини цікаво, чого ти зможеш досягнути в тому чи іншому. Але вже коли ти щось зрозумів... Спорт – для мене це, скоріше, така можливість ставити ціль і її добиватися. Це те, що, мабуть, мені дав спорт. Тому що тренер був дуже хороший. Вот, он, ну, со знанием дела говорил, что нужно, как нужно и так далее. И это был человек, который, ну, в тот момент они дружили с моим отцом. Вот, мой отец был профессиональным спортсменом тоже в какой-то момент в своей жизни. И, наверное, передалось, ну, такая там сила воли, какие-то такие хорошие качества, вот, которые мне пригодились очень сильно в дальнейшем. Ну, как я кажу, главное, что шкоди не завдало, а все на користь. Що було далі? Коні залишились на своєму місці. Ну, малювання. Це все продовжалось, да, рисування. Вот. Потім оказалось, що є определенные лідерські задатки. То все время там з маленького возраста. То я там кому-то что-то читала, детям в садике, и там все вокруг сидели, слушали. То потом уже в раннем, школьные, какие-то ранние годы, все время мне давали какие-то поручения, которые были ответственные. Вот мне нужно было там кого-то куда-то собирать, что-то кому-то помогать, что-то там организовывать. Вот потом как-то это было командир звездочки, командир отряда, какие-то такие вот штуки. А потом... Были уже выступления на сцене, потом оказалось, что мы играем в КВН, это уже какие-то средние, наверное, были классы. И тут вот
началось, наверное, самое такое, самое важное, как я сейчас чувствую. Это бессонные ночи, это написание сценариев, рисование каких-то эмблем, которые это все сопровождают. То есть нужно было подготовить программу команды КВН школьной. Вот. И ну, я так подумала, что девочке, наверное, не скромно быть капитаном команды. И предложила, у нас был в классе мальчик, который очень был активный, и как-то так, он был такой лидер. Вот. Но сценарий писала я, и как-то вот, вот этим всем процессом, ну, я за это очень болела. Я помню. Ну, я так разумею, что это тебе подобалось, не просто, что тебе это навязалось, что ты занимаешься. Это мне настолько нравилось, что я действительно не спала ночами, я переживала, я это писала, и мы победили. Результат, знову ж таки, такий, який хотілося. Да. Ну і в той час, це, коли ти писалась перший сценарій, тоді прийшло розуміння, що ти можеш щось писати, окрім сценарію, тому що все-таки це таке напівтворча, напівтехнічна робота. Тому що ну, там... це, наверное, раніше прийшло, це осознання, що я можу щось писати, теж, наверное, в младших класах там були якісь такі перші дитячі стихотворення. Вот, что-то там про зиму, про собаку. Вот тоже это где-то у мамы лежит, она это бережет, для нее там это важно. Вот, и, ну, были какие-то такие литературные уже, уже был какой-то литературный опыт уже на тот момент. Ну, конечно, это еще было такое незрелое, детское какое-то такое творчество. Перші проби. Да. Ну, але прийде час, це можна буде продати за гарні гроші. Із раннього, як зараз говорять. Анечка, ну давай тоді спробуємо зараз ще послухати один із віршів. І після цього ми ще продовжимо знайомитися з тобою, що ще цікаво було в житті. Думаю, що було. Стихотворення називається «Зимній стих». Открыты окна, распахнуты форточки, навстречу ночи, п'янящий, терпкий, і звездный воздух, присев на корточки, прохладу в каждое сыплет меркой. От зноя дневного устала улица, лишь слышится лиственный шепот тайный. А в отражениях сонно жмурится луна на поверхности стекол зеркальных. Открыты форточки, распахнуты окна. Я снова вдвоем, только с ночью летней, души обнаженной рвутся волокна, больнее, бесшумнее и незаметней. Все будет как прежде, наступит утро. О, как я хотела, чтобы не наступило. Забарабанит ливень минутный по окнам закрывшимся, что из силы. И только в одно лишь окно проникают крупные капли, на вкус соленые. За что же мне в наказание такая душа, отворенная, странно тонкая? Анна Шаповалова сегодня у нас в студии, и мы снова ж таки відходимо від віршів, залишимо їх таки трішки надалі, нехай це буде все-таки якоюсь інтригою, а продовжимо про твою діяльність. Я, власне, бачу тебе як ведучу одного із фестивалів. Я так розумію, що це був не перший, далеко не останній. КВН були початком ось такої діяльності. Що було далі? Коли ти зрозуміла, що тобі цікаво, там, наприклад, і організовувати, і бути самою ведучою, наскільки це потрібно бути впевненим, щоб виходити на сцену і щось робити? Все-таки на тебе дивляться люди, тебе оцінюють, тим більше як дівчину, ти розумієш, ти маєш бути гарною і всяке таке. Ну, здесь, кроме того, что нужно выглядеть там как-то, да, каким-то образом на сцене, потому что это сцена, все-таки здесь необходим еще внутренний настрой. Это, наверное, даже более важно, чем то, что внешне, то, что внешне показывает человек. Определенный настрой, когда ты себя настраиваешь, что ты выходишь на сцену, ты несешь радость. Ты приходишь для того, чтобы подарить людям радость. Вот это, наверное, такое самое важное. И плюс, ну, какая-то... Я даже не знаю, что это... Я даже не знаю, как это объяснить словами. То есть вот то состояние, с которым ты выходишь на сцену, оно, с одной стороны, что мне важно? Мне важно, чтобы это было очень естественно.
Вот, потому что люди должны слышать тебя, когда ты выходишь на сцену, ты говоришь. И очень важно общаться с людьми, которые сидят. Не просто говорить как-то где-то куда-то абстрактно, а обращаться к людям, которые сидят в зале, и чувствовать ответ. Вот это, наверное, то, что вдохновляет меня, когда я нахожусь на сцене. Это, наверное, то, что дает какую-то энергию, чтобы там оставаться и что-то дальше говорить. Это то, что дает вдохновение что-то делать в этом направлении. Ну, ты говоришь, что потрібно те, ти... Якісь є в тебе вправи для того, щоб себе налаштувати ось на те, що ти виходиш на сцену? Потрібно там якісь там скоромовки поговорити, потім там подивитися в зеркало, сказати, яка я класна там взагалі. Uh-huh. Як ти над собою працюєш в тому плані, щоб ти могла налаштуватися і вийти зробити якісно свою роботу? Первое, что мне нужно время, немного времени, может быть, один или два дня хотя бы, как минимум, для того, чтобы я подумала над тем, что мне необходимо сделать. Я как-то прокрутила это у себя в голове. Вот, то есть это как минимум не должно быть неожиданно. Не может быть, что мне там звонят сегодня и говорят: «Аня, там завтра у нас фестиваль, надо его провести». Эту ситуацию я просто не могу для себя допустить. Вот, в этом случае я скажу: «Ребята, извините, ну никак». Я не смогу. Вот. Нужен внутренний настрой. Нужно, ну, конечно, я пишу сценарий обязательно. Я работаю над этим процессом. Стараюсь узнать больше о людях, которые будут выступать на сцене, чтобы их представить, чтобы рассказать о них что-то такое, что для них важно. Вот. Чтобы рассказать... так, чтобы у них появилось вдохновение выступить. Очень часто после выступления люди подходят ко мне и говорят: «Спасибо большое, ты так нас классно представила, у нас просто крылья выросли, и ну, мы так сыграли, вот просто так сыграли, мы волновались, там еще что-то». Но это обычный процесс, когда человек приходит выступать на сцену. Вот. И вот просто благодаря тому, что ты так представила, вот так вот классно получилось, спасибо. И это, наверное, самое лучшее, что, ну, самая лучшая похвала, наверное, для меня, которую вот, ну, может быть. Чуваешь те, заради чего ты пришла. Да, это себе благодарность людей, это обмен энергией какой-то, это вдохновение. Які фестивалі вже в тебе є на рахунку? Де ти взагалі брала участь в якихось фестивалях? Де ти була чи в оргкомітеті, чи ведучої? Що взагалі такого цікавого? Если мы начинаем разговор о том, как это все начиналось, то, наверное, следует сказать о том, что предшествовал опыту выступления на сцене все-таки психологический театр «Лиг». У нас был такой театр в Черкасах, это был театр единственный на Украине, оригинального формата, то есть это были выступления на сцене, которые, собственно, сам театр, люди, которые были в театре, у нас было 10 человек, придумывали сценарий, ставили на сцене и иногда обращались к людям, которые помогали это поставить. У тех, у кого уже был опыт режиссерский, вот, и кто мог помочь это сделать. И это было еще в студенческие годы, и связано у меня с этим 3 года моей жизни. Были выступления. Все начиналось с того, что это был кружок психологии в университете, кружок практической психологии. И потом это все, ну, благодаря преподавателю, который это все организовал. И потом это вылилось в то, что мы выступали, ну, уже последний год, наверное, выступали 2 раза в городе и 1 раз в области. То есть это был такой серьезный проект. Вот. И это дало колоссальную школу просто для меня, школу выступлений на сцене и, ну, какой-то очень хороший опыт. Вот. А потом уже дальше все остальное уже было дальше. Ты была актриса, так, я разумею? Да, мы были одновременно актеры, мы одновременно были и сценаристы, и постановщики, никто нам ничего не делал, мы делали это все сами. И это было связано с тем, что ну, был такой небольшой интерактив. Вот. Кроме того, что мы выступали в театре, потом был такой запрос, чтобы мы помогли сделать такие театры тоже где-то в других, ну, в школах в Черкасах и по области, в Черкасской области. И мы ездили, проводили тренинги. В какой-то момент я тоже стала вести эти тренинги в школах. И возраст, наверное, от 12 до 17, до 18.
И потом это были уже не только школы, но и какие-то училища профессиональные, университеты. Например, мы были в Уманском университете. Вот. Ну, в общем, как-то так. Для от подобных выступов ты десь використовувала якусь свою поэзию? Нет, нет. Вот на тот момент не было своих стихотворений. У нас был сценарий, который мы писали, и, в общем-то, но были даже такие сценки, в которых не было никаких слов, это была пантомима. У нас был, например, спектакль, который назывался «О любви». Вот. Очень долго мы его ставили, очень долго мы его никак не могли представить публике, и премьера этого спектакля была 1 апреля, вот я уже сейчас не помню, это, наверное, был 2000 год, во Дворце молодежи Юго-Западного района. Это был какой-то такой знаковый для меня момент, потому что потом на этой сцене, ну, были еще другие мероприятия, которые уже я потом проводила, которые я готовила. И, ну, вот, сцена, с которой, в принципе, все начиналось, так? Ну, можно и так сказать, потому что в Черкасах много сцен, где мы выступали. Но можно сказать и так, потому что это был первый такой спектакль, очень долгий, и в этом спектакле у меня было несколько выходов на сцену. Там я уже сейчас не помню, 5 или 6, там, в течение 40 минут. И при том, что нужно было изменить образ, нужно было переодеться, вот, и там не совсем были для этого условия. Ну, в общем, были такие всякие моменты, которые нужно было вот просто взять и выполнить. И, ну, это был такой классный очень опыт. Были очень, ну, теплые, хорошие отношения внутри коллектива. Вот, и такая очень хорошая школа жизни. Что было далее? Какие еще фестивали? Что еще? Были параллельно этой работе в театре. Были какое-то общение с поэтами. Были фестивали поэтические. Вот стихотворение, с которого началась сегодняшняя программа, оно было написано, наверное, в период, когда я заканчивала школу, прочитано на одном из первых фестивалей, который назывался «Летающая крыша». Этот фестиваль имеет очень такую серьезную историю в Черкасах. Это фестиваль поэтический. И я не помню, наверное, в 99-м году это стихотворение было отмечено. Вот там. Далее, ну, как-то было много всяких разных фестивалей, на которые я ездила. Я не везде, конечно, участвовала, потому что, ну, как-то был момент стеснения, был страх сказать, вот я могу так. Ну, может, мне казалось, там этого не стоит делать. Ну, разные были мысли. Конечно, я бывала на фестивалях «Серебряные струны». И то, что запомнилось, это чайхана, когда можно было прийти, послушать стихотворения других людей, попеть песни под гитару, побыть там в этой атмосфере. Было много путешествий тоже в другие города. И, ну, также это было очень интересно, когда была возможность пообщаться с творческими людьми. Я думаю, що будь-які ось такі зустрічі, вони давали якісь свої результати, і після цього щось обов'язково писалось. Да, це так і було. Тому ми далі переходимо до наступної твору, до твоєї поезії. Угу. Про що це? І взагалі, що тобі потрібно для того, щоб написався вірш? Да, такой вопрос. Сейчас я думала читать одно стихотворение, наверное, прочту другое сейчас, поскольку что нужно. Но мне нужны эмоции, мне нужно общение с творческими людьми. Это то, что для меня очень важно, это то, без чего я, ну, совершенно не могу жить. Мне нужны люди, близкие по духу. Мне, ну, нужен огонь в глазах, мне нужно, чтобы я общалась с людьми, которые горят, которые увлечены вот делом своей жизни, и это видно, от которых идет такая энергетика какая-то. Мне нужны путешествия. Вот, путешествия — это то, что вдохновляет, потому что когда долго находишься на одном месте, ну, как-то уже все так обыденно, уже какая-то рутина. А когда ты меняешь обстановку, вот здесь все происходит. И вот стихотворение, которое было написано в дороге, оно называется «Возвращение».
На губах вкус моря, за спиной палатка. Оставляем город, нам в дороге сладко. Солнечный, пьянящий, семиз волшебный. Наберется ящик впечатлений медных. Наполняем короб серебристым светом. Ощущение ворох подарить поэтам. Пробовать с друзьями золото полета. Мы теперь все знаем, не хотим в болото. Крылья за спиною радугой раскрасим. Утоляем жажду родником и квасом. Крымских звезд оттенки, чистые озера. Там, на мягком сене, к нам спускались горы. Там ручьи и травы, брызги водопадов. Там всегда нам рады птицы и цикады. Там повсюду ноты, музыка и ритмы. У поющих гротов дар возьму я рифмы. Ось так, підійшли ми до поезії, вже трішки почали з'ясовувати про те, що потрібно саме тобі, тому що кожна людина, яка пише, запитують, і відповідь буде зовсім різна, що потрібно людині для того, щоб написати вірш. Комусь потрібно бути на самоті, комусь потрібно навпаки спілкування. От сьогодні вже пролунало, що потрібні подорожі. Тоді перейдемо трішки до тематики твоїх віршів. Ми сьогодні говорили, на яку тематику у тебе малюнки, ти говорила, що про все хотілося малювати, про що хочеться і писати, і чи змінилось з того часу, як ти почала писати, чи змінились твої смаки саме в написанні? Звісно, звісно. Все тече, все змінюється. Я міняюсь, міняється життя, якийсь новий опит, нові люди, нові события в житті. Звісно, все це дає свій відпечаток. І, звісно, міняється стихотворення. Я готовилась когда к эфиру, то думала, подбирала, что я буду читать. Вот, и оказалось, что очень много стихотворений, но я не смогу их прочесть, поскольку я их сейчас уже не чувствую. Они были написаны когда-то, их очень много, их там около 100 штук, но я не ощущаю той эмоции, с которой они были написаны, поэтому их прочесть уже не смогу. То, что я читаю сегодня, я это ощущаю. И вот это я выбрала, чтобы читать. Это для меня важно. То есть это твое сегодня? Да, это важно. Ну, может быть, не так уж сегодняшние, вот прям сегодняшние эмоции, но эти эмоции я помню, и поэтому мне легко это читать. Ну, наскільки ти відчуваєш, наскільки змінилось? Ти стала більш професійно писати, тебе стала більш серйозна тематика? Чи от що змінилося з тих початкових віршів до сьогоднішніх? Ну, ті стихотворення, які починались, они такие, они очень разные, их тоже очень много, но там есть стихотворения, которые были написаны тогда, и я могу их прочесть. Это, наверное, какие-то такие вечные философские темы о жизни, о дороге, о жизненной дороге, о каких-то изменениях, которые происходят в жизни. И на удивление они звучат актуально. Есть стихотворения, которые так называемая женская лирика. Это о любви, вот этих такие вот переживания. Вот. Это, пожалуй, я не стану сейчас читать, потому что они какие-то незрелые, да, там чувства, там эмоции, переживания. Но сейчас тот опыт, который есть у меня, уже просто не разрешит мне прочесть эти стихотворения, поскольку я вижу, что ну, они, наверное, не имеют такой ценности. Как, ну, хиба, как, я бы, как я бы, да, как я бы думала, что, может быть, нужно вот здесь так сделать, может быть, я бы что-то меняла там. Вот. Ну, поскольку у меня филологическое образование, то, конечно, у меня высокие требования к текстам, которые я пишу, это стихотворение или это проза. Вот. И был опыт также общения с критиками очень серьезными. Это было в литературных студиях. Вот. Литературные студии начинались у меня еще там совсем маленького возраста. Сначала это была студия «Пегасик», которую вела черкасская поэтесса. Ну, это там еще ходили туда детки. Потом дальше это были литературные студии уже для взрослых людей. И читали стихи, и было такое болезненное столкновение с критикой, потому что когда ты читаешь стихотворение, ты очень волнуешься, это же ты раскрываешь свою душу, это какие-то вот такие сокровенные мысли, и вдруг тебе говорят, а здесь там у тебя то-то, здесь у тебя глагольная рифма, а это ай-яй-яй, там, здесь любовь, кровь, там это уже 300 раз
раз писали, это вообще никому не интересно и так далее. Но это я сейчас так утрирую, потому что у меня, наверное, и не было таких вот прямо таких вещей, о которых я сейчас сказала. Но были, конечно, были недочеты. И потом, когда проходит вот этот момент болезненности, потом ты понимаешь, действительно, тебе сказали по делу. Вот, и были люди, которым я очень благодарна, которые мне подсказали, что и как. И разбирали стихи вплоть до того, что брался текст, и там были ремарки, и это был не один человек. И у меня до сих пор они лежат, вот эти стихи, такой ворох. И везде там доработать, там подумать, дописать. И вот такие вот ремарки на полях, которые вот они лежат, и я знаю, что ну, работать и работать просто еще. А есть стихотворения, которые... Но я чувствую, что ничего менять не надо, потому что просто исчезнет это стихотворение. Вот оно такое честное, кристальность звука, кристальность строк, как говорила одна девушка, которая стихотворение тоже я посвятила. Я сьогодні вже пролунала фраза, ти говорила, що ти готувалася до сьогоднішньої зустрічі, і, напевне, ти думала, з якого вірша розпочнеш, яким віршем закінчимо сьогоднішню зустріч. На жаль, ми підійшли саме до цього моменту. Я думаю, що зацікавлені глядачі хотіли б, може, ще щось почути, але для цього є подальші зустрічі, і я думаю, що вони обов'язково будуть. А сьогоднішню хотілося б все-таки теж, як ми розпочали, так само завершити якоюсь поезією, щоб ось з цієї ліричної нотки наш глядач и продолжал дальше сегодняшний день и взагалі перегляд нашей программы подалі. Стихотворение называется «Бабье лето». Музыкальный отблеск, птичьи разговоры, мягкий шепот листьев, еле слышным хором, фотовспышки окон, сплошь залитых солнцем, открывай скорее из свое оконце, оцени палитру из роскошных красок, подключи быстрее чувства, все и сразу. Посмотри в глазища голубому небу, расшифруй, придуман облаками ребус, выбегай навстречу с разноцветным миром. Окажись тотчас же ты в прямом эфире. Принимай как дар свой каждую минуту. Наслаждайся этим лучезарным утром. Дякую за прекрасні вірші і взагалі за сьогоднішню зустріч, за те, що ми змогли поспілкуватися. Може, дехто від сьогоднішнього дня теж задумається, чи не спробувати й собі щось написати, а раптом і в мене теж все вийде. Я запевняю вас, що якщо спробувати, я думаю, що підтвердить сьогоднішня наша гість, я нагадую, що це у нас Аня Шаповалова, що потрібно пробувати писати, і тоді все буде так, як вам хочеться. Так? Обов'язково. Тоді до наступної зустрічі.